Над проектом работают две Ольги, и у каждой 5 детей. Идея создать такой музей появилась после того, как одному из школьников задали приготовить сообщение на тему «Ребенок, совершивший героический поступок». Тема заинтересовала настолько, что стали изучать не только сведения о детях, совершивших подвиги во время Великой Отечественной, но и о юных героях-современниках. Возникла мысль, а может быть, и современники тоже есть. Начали искать информацию. Первые... Девочка, про которую мы нашли информацию, это Саша Ершова. 8-летняя Саша Ершова во время падения крыши в аквапарке держала на сломанной руке девочку в течение 1,5 часов, чтобы та не утонула. Все материалы подготавливает и верстает Ольга Зелинская. Уже собрано около 100 историй. Дети, конечно же, помогают. Я узнаю о героических подвигах детей. Это очень интересно. Экспозиция состоит из двух частей – история героев войны и материалы о современниках. Помещение предоставила администрация города, а все остальное – своими руками. Планов еще остается много. Мы хотим создать интерактив. То есть, чтобы детки, когда приходили к нам на экскурсию, могли не только посмотреть стенды, но в целом еще и ощутить какие-то ситуации. Например, насколько была холодная вода, насколько было что-то горячо. Как говорят создательницы музея, героем может стать каждый ребенок. Дарья Кульбакина, «Время новостей».